Ну, я думаю, что все-таки визит в Китай был не столько религиозный, визит в Китай имел не столько религиозную подоплеку, сколько внешнеполитическую. Нынешний патриарх, в отличие от предыдущего, достаточно активно занимается внешней политикой. Он не только пастырь, но и в известной мере и политический деятель, который очень эффективно работает на внешнеполитический имидж России. Я не думаю, что можно серьезно говорить о неком укоренении православной веры в Китае. Тем более мессианские, миссионерские идеи всегда православной церкви были чужды. Но для укрепления отношений с Китаем, как крупнейшей мировой державой и самым нашим главным соседом, 7 тысяч километров одна граница, конечно, с этой точки зрения визит был важен.